Всем привет, ребята! Сегодня я вот на этом своем велечке еду в поля, путешествую. Поэтому приглашаю вас с собой. Садимся и вперед! Помчались! Дорога у нас асфальт. Можно спокойно ехать. Бывают, да, грузовички тут катаются. А так, в принципе, сегодня воскресенье. Хорошая погода. Я решил выехать на велосипеде прокатиться. Там у нас есть интересные поля такие, желтые, с рапсом. Сейчас я доеду, и мы посмотрим, что там. Может, еще и полетаем сверху. Эти поля посмотрим. А пока крутим педали и смотрим вперед с оптимизмом. Продолжаем наш путь. Еще немножко, метров 600, и мы приедем к полю. Я когда здесь бегал, оно уже такое становилось желтенькое. Красиво смотрелось. Сейчас, наверное, еще больше там цветов. Поэтому посмотрим. Вон уже вдали виднеется это поле желтенькое. Сейчас подъедем поближе. И, естественно, посмотрим поближе. Осталось совсем немножко. Метров 150. До начала этого поля. Вот оно все ближе и ближе. Все-таки ветер здесь присутствует. Поддувает так неплохо. Слышно, как дует ветер. Я решил проехать по грунтовочке на ту сторону поля. Думаю, там все-таки будет лучше, чтобы взлетать. Грунтовочка такая у нас тут, ух, неровная. Особенно, когда грязь, тут вообще не проехать, не пройти. Но мы на велосипеде, сейчас сухо, поэтому мы и проедем, и пройдем. Вперед, пока есть время, пока светит солнышко, пока погода хорошая. Здесь, кстати, ветра вроде поменьше. Все, продолжаем ехать, едем дальше. Сейчас подъезжаем уже. Маленькие горочки, которые мы прекрасно преодолеем на нашем велосипедике. Сюда налево. И погнали в горочку. Надо заезжать. Переключаем скорость. И раз, два, раз, два. Конечно, заедем. Что нам стоит? Опа. Все, заехали в горочку. Так, сейчас мы где-нибудь пристроимся. Слева тут травка хорошая, полянка. Сейчас, наверное, туда и подъедем. Вон там есть поваленное дерево. К нему сейчас заедем. Там можно и посидеть, и поснимать, и полетать. Но по самому полю я уже не буду ехать. Я тут велосипед переведу вручную. Вон там дерево лежит. Идем к нему. Идем до дерева. К нему тут травки побольше. Колючки. Но нам все нипочем. Дошли почти. Все, дошли. Вот оно, это дерево. Сейчас мы тут и
паркуемся. Во, все, припарковались, здорово. Здесь у нас классный общий вид, лошади, зеленая трава, птички летают, там вдалеке горы, какая-то ферма частная и опять лошади. Но я вот здесь припарковался возле поваленного сгоревшего дерева и нормально, есть где посидеть. Ну что, достаем дрон. В принципе, ветер не такой уж и сильный. Можно достать, полетать. Что мы сейчас и сделаем. Так. Наш дрончик здесь. Вот он, красавец. Первым делом пульт. Прикручиваем стики. Раз стик. Два стик. Так. Телефончик возьмем. Так, полетаем на Ми 8, наверное. Полетаем на Ми 8 сегодня. Сейчас я ему сделаю яркость максимальную, а то очень плохо все видно. Есть такое. Одеваем шнур на шейный шнур. Очень удобная вещь, всем советую. Руки реально становятся свободные. Крепится очень просто. И смартфончик цепляем. Опа, раз, готово. Не забываем воткнуть шнур. Есть, все, система готова. Теперь сам дрон, аккумулятор стоит. Распаковка дрона. Стоит ND16 фильтр. Пусть стоит, хорошо. Раз, два, три, 4. Есть. Стартуем. С нашей. Включаем. Все, отработала камера. Стартуем с нашей. С нашей сумочки. Так. Пульт на место. Наша. Где наша? Запись экрана. Включаем. Ну что, погнали. Автовзлет сделаем. Все, есть такое. Взлетели мы. Все, отлично. Так, думаю, пойдем сейчас на лошадку, посмотрим, снимем лошадочку нашу. И вперед на лошадку. Thank you.
Полетали немножко над полем, над растительностью, покрутили зигзаги всякие. Так, выключаем дрон. Все, достаем аккумулятор. Опа, есть такой. Вставляем второй. Так, пока мы его запаковываем. И закрепляем лопасти. Раз. И два. Готова система. Так, этот у нас разряженный. Выключаем пульт. Ну и все, в обратном порядке раскручиваем и складываем. Ну что, пойдем дальше. Прокатимся. Ну что, сейчас проедем по грунтовке туда, дальше вперед. Потом там дорога налево. И выйдем на асфальт. Там уже пойдем назад. А пока по грунтовочке, по беленькой нашей почве. Вот такая у нас белая почва, на которой еще удивительно, как все растет. Так, переключаемся на горку. Я вот здесь бегаю, а сейчас вот педали велосипеда кручу. Что легче, педали крутить или бегать? Кому как. Вот цветочки какие красивые. Большие. Все, едем дальше. Здесь поедем налево и по асфальту уже до дома. Ветер в лицо. Еще только морских капель не хватает в лицо. И все, прям как на корабле. Все, здесь мы идем налево. И вперед погнали по дорожке. Я не знаю, как ребята бегают в городе, занимаются бегом, бегут по дорогой. Это какие же там газы приходится вдыхать. Тут открытая местность. Машин нет. И вот сейчас проехал автобус. И прям ну чувствуется вот этот гарь, выхлоп. Пока ветром его не продует. А это только один автобус, который раз там в несколько десятков минут что-то здесь проезжает. А в городе, когда одна за одной, бедные ребята. Выезжаете за город и там занимаетесь. Подъезжаем к перекрестку. И на нем мы пойдем направо. Где вообще нет почти машин никаких. И спокойненько здесь асфальтик ровненький. Тоже его положили. Новенький относительно. И приятно по нему ехать. Крутить педали. И дышать свежим воздухом. Ой, здесь дорога такая, что даже с колясочками гуляют. Растут, дышат свежим воздухом.
Ну все, прибыли мы на место. Осталось нам поставить велосипед в гаражик. И можно идти домой спокойно отдыхать. Так, есть. Все, приехали.